Здорово, народ! И сегодня у нас вафля Е100 будет просто вытворять настоящие чудеса в рандоме. Сражение, где 9 и 10 уровни, очень непростой боецкий. Вафля у нас решает, к тому же, отправиться в город, да, с тяжиками здесь пободаться. Ну и посмотрим, здесь будет много интересных моментов. Финалочка так вообще заставит, я думаю, вас посмеяться хорошенечко, да, будет там один такой смешной момент. Ну, по крайней мере, улыбнетесь точно, да? Так, и вот у нас, пожалуйста, выкатывает сразу Т-30, еще и Е-75. И как же хорошо они подставляются под наш первый барабан. 2600 урона просто как с куста залетает. По красоте вообще, ты смотри. Отлично, вот это приятно. Вот это приятное начало боя. Выдать такой хороший барабанчик любви, да? По противничкам. Хорошо позалетало. Так, просматриваем, что там, кто там вдалеке сидит, пердит. Может, сейчас кого-нибудь еще выцелим так. Наш друг на вафле отвел камеру повыше, чтобы точно всех видеть, кто куда едет, да? Ну и ждем нашу перезарядочку. И сейчас, я думаю, еще желающие получить наш барабан найдутся. Так, к тому же тут захват базы пошел. Так, опача, а Ефиз-1 у нас подставляется. Все хп сразу теряет товарищ. И Т-30 еще что-то там выехал. Пытался нас выцелить как-то долго, да? Все собирался. То вперед, то назад. В итоге два снаряда в каточек выхватил. И довольный пошел в ангар. Ну, не очень, наверное, довольный в целом. Ну, что поделать? Вафля, она вот такая. Она вот так поступает с противничками. Вон там еще друзья бортами стоят. Просто... я не знаю, вафле реально очень везет в этом бою на противников, потому что моментами как полные болваны себя ведут на самом деле. И позиция у нас неплохая в целом получилась. И вот сейчас, по-моему, 2684 будет получать в Бортецкого, да? Фуловый 2684, ох, как быстро он худеет с нашего барабана. Просто белковая диета у товарища. И... о, вот это опасно. Очень хорошо сейчас, что 2684 закрыл нас от Яги Е100. На самом деле, да? Потому что получать подсрач от Яги вообще не хотелось бы. А если еще и фугасом, то это все, это был бы ангар. Так, народ, ну пока есть время, давайте вам напомню, что спонсоры этого видоса — парни с классного сайта Воткид, где сейчас очень много крутых подарков к Новому году. Во-первых, там проходит ежедневная раздача голды. Также там можно поднимать даже и коробочки, открывая главный контейнер, да. В общем, много всего интересного. Советую вот главный контейнер, как всегда. Из него я там и премтанков кучу выбивал, и 10 тысяч золота выбивал. Да, в общем, что только не выбивал. В общем, скидки также. В общем, ребят, ссылочка на Воткид и наш промокод есть в описании. Залетайте, там действительно и голду, и прям танки можно поднять. Все там внизу под видосом. Также раздача там подарков внизу сайта, кнопочку «Участвовать» нажимайте. Так, а мы смотрим далее, потому что тут вафля просто отработала по Яге без шансов вообще. Без шансов разорвала Ягу Е100. И уже 9500 урона у нас в кармане. Ты смотри, что творится. Счет 8-1, правда, наша команда вообще в нуляку разрывает. Ну, тут еще кое-какой сюрприз сейчас в финалочке будет. Поэтому я рекомендую досмотреть до конца. Тут довольно-таки интересная развязочка. МХ-50Б. Он у нас 1600 хп. Почти фуловенький. Готовим барабан и начинаем выкатывать на товарища. И по заднице полетело по 50-бэшечке.
просто смотри, массаж простаты исполняем, товарищи. Так, вон еще. ГВ-тигр. Ну теперь что? 11 тысяч урона, просто вафля сандалит всех подряд. Реально, в этом бою остается мистер Конь. Мистер Конь. И у нас вот один снаряд в барабане, да? Четенько на коня должно хватать, по идее, да? Ну, конечно, желающих его добрать много, и помимо нас. И он еще к тому же где-то там запрятался. А вот он. Прямо по курсу сводимся под калибером, да? И нам говорят, что нет. Нам говорят, что нет, что арта танкует этот снаряд. И вот как-то так, да? Тяжи не смогли затанковать, а арта нормально, а арта отлично. Ну вот это классика, согласитесь, народ. Вот это знакомое ощущение. Давайте к итогам. Так, ну и тут у нас основной калибр мастер. 11237 дамага, 4 фрага, вот такая красота. Сейчас вверху справа прошлый видос появляется, залетайте, смотрите. В описании заглядывайте, там ссылочка на вот какие-то наш классный промокод. А мы с вами, народ, увидимся в новых роликах, которые очень скоро будут на канале. Пока, народ!